12 апреля в Чебоксарах скажут «поехали». И дело не в дне космонавтики. На эту дату назначен старт приема заявлений на приобретение путевок в детские загородные лагеря. Чтобы с наступлением лета в детском загородном лагере ваш ребенок услышал «добро пожаловать», а не «посторонним вход воспрещен», начать действовать придется уже сейчас. Час X настанет 12 апреля в 9 часов утра. Как и в прошлом году, чтобы подать заявление на приобретение путевки, родителям нужно будет обратиться в школу, где учится ребенок. При себе необходимо иметь ряд документов: паспорт родителя, ксерокопию и оригинал свидетельства о рождении или паспорт ребенка, ксерокопию и оригинал страхового медицинского полиса и СНИЛС ребенка и родителя. Принимать заявления будут специально обученные операторы. Стоимость путевки составит в этом году 11 748 рублей. Процент оплаты в этом году планируется следующий. 20% оплата стоимости для семей, среднедушевой доход которых не превышает 150% величины прожиточного минимума. 30% для семей, чей среднедушевой доход от 150 до 200%, и 50% для семей, чей среднедушевой доход превышает 200%. Родители, имеющие детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, также 12 апреля могут обратиться в социально-реабилитационные центры по месту жительства. Для данной категории детей имеются льготы. Данные путевки будут предоставляться по 5% оплаты стоимости. В первый день документы будут принимать с 9 до 16 часов, в остальные дни с 9 до 18 часов. Закончится прием заявлений 31 мая. Впрочем, судя по всему, затягивать не стоит. Здесь действует принцип «кто успел, тот и съел». Дело в том, что в каждом населенном пункте установили определенную квоту на количество путевок. В этом году в оздоровительные лагеря планируется отправить более 5700 детей. Специалисты отмечают, практика прошлых лет показывает, практически все места в Чебоксарах расходятся за первый день. Ольга Пырочкина, Антон Вовк, Республика.